Дорогие подписчики, всем привет! Сейчас 9 утра. Мы выехали на рыбалку с товарищем, с Димой. Вот, едем на Ниве, на Верхний Тобол, на рыбалочку зимнюю. Кто ждал видео зимней рыбалки, вот оно вам, это видео. Значит, приятного просмотра. Давайте, поехали! Навалились на меня работа и родня. Идем по льду, добрались до Верхнего, кто знает, Кустанайская область, Лисаковск, Верхний Тобол, едем, в общем-то, там вот дамба. В общем, приехали, нас встречает прохладная погода, минус 15-16 где-то вот так, ветерок небольшой, а Димы тут сюрприз, чтоб я не мучился. Электро. Обалдеть. Кайф. Значит, сегодня я, походу, вообще не устану. Буду бегать, только подъемы ловить. Вот. Что еще рассказать вам? Тепло. Где-то 9 утра. Ближе к 10, наверное. Потихонечку, помаленечку. Дим, какие комментарии? Пока без? Пока без комментариев. Дрель какая-то тут. Будем жить. Давай. Бурим лунки. Первая готова. Обалденно. Ага. Просто кайф. Все, я жерлицу готовить. Все, погнали. Поставили палатку. В общем-то, готовимся. Потихоньку, помаленьку. Вот, набурились. Тут такая красота. Тепло в палатке. Погнали рыбачить. Ну как? Против солнца. Снимаю. Короче говоря. О, Дима поймал. Маленькую щучку. Товарища тоже Димка зовут. Ну что, рыбачим дальше. Поставили сколько? 9 жерлиц. 9 жерлиц. Взяли путевки. Отдыхаем. На отдых путевки взяли. Вот. Ну с таким буром-то это отдых, да? Всем привет. Сидим в палатке. Значит, сейчас будем кушать лучок всякие. Сейчас покажу, в общем. Лук и колбасу набрал, и картошечку, огурчика, всего-всего. В общем-то, вот у нас тут луночки. Сейчас будем кушать. Без 15,2 у нас сработал один флажочек жерлица. Самая дальняя. Сейчас будем проверять. Заявочка на щучку. Что там, кто-то есть? Да? Нет? Похоже, никого. Тащи его. Лучше цеплять надо. Ну, за единение. Давай. Оп. Яичко, колбаска, печенька лошадиная. Все. Ребят, сказать, рыба вся ушла, как всегда, на дальний кордон. И либо вчера было лучше, либо завтра будет. Но сегодня что-то у нее не то. Как нам поведали рыбаки, подъехали куда-то на середину, если реки ехать, то там будет судак, щуки сейчас нету тут, мелкая берет, ну вот как типа, какую мы поймали, вот, или на другой стороне берега, а тут нету, так что пока что чай пьем. Порыбачили, к сожалению, одна маленькая недощучка. Едем домой. Ну,
А вам всего хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Назовем эту поездку «Реалии рыбалки». То, что всегда завтра будет лучше, и вчера было тоже получше. Возвращаемся. Сейчас засниму просторы. Как вот это все выглядит. Едем обратно. С той стороны осталась дамба.